А мы любили, когда-то пели, когда-то танцевали, когда-то популярны были. Мы группа Hi-Fi решили сделать концерт 20 лет спустя. Вот, надо выбрать, в какой стране мы будем этот концерт делать. Или Кайманские острова. А может, Болгария. Или поедем в Кению в сафари. А может быть, Лесото. Да, куда же нам податься? Где же будет концерт группы Hi-Fi? О, король! Да, ваше величество. Вы когда-нибудь слушали песни Hi-Fi? Слушал во временем. Ну тогда вы нас знаете. Поможете нам найти страну, где нам концерт давать? Конечно, помогу. Сразу других звал. Я же все-таки король, я сам не буду работать. Я звал принца. Хочешь мою дочь в жены? Конечно, король. Слушай, будешь могу помогать. Красавица Любава. Hi-Fi. Алеша Попович. Ух ты, я помню, как на дискотеке танцевал под Hi-Fi. Змей Горыныч. Я лечу. Тугарин. Какой еще Hi-Fi? Никаких Hi-Fi, никакой музыки, тишина вокруг. Летописец Алёнушка. Да-да, я даже в своей книге написал, что 20 лет назад была популярна группа Hi-Fi. Почтальон Печкин и Галчонок. Да, ребята, вам, кстати, письма больше не пишут никто. Правильно, Галчонок? Карр! Папа дяди Фёдора. Ну вот, сейчас грибочки собираю. Мама дяди Фёдора. А я цветочки собираю. И дядя Фёдор Шарик и Матроскин. И мы клад нашли, и все мы вместе в Простоквашине будем слушать и смотреть концерт группы Hi-Fi. Ух ты, как приятно. Ну что, поехали. Поехали. Кот, что там разлёгся? Я не хочу латышскую азбуку выучить. Давай, учи. Каруселис, камуали, клаунс. Клаунс рада йокус. Вообще-то мы не клоуны. Музыканты. Бумба. Бунгас. О. Байба. Байба. Байба, бунгуа, бунгуа. Барабаны. О, барабаны звучат в Болгарии. Первый бал Болгария. Каруселис. Камуали. Клоунс. И мы же сказали, мы не клоуны. Лапса. Лиетус сарпс. Лиетус. Не-не-не, в дождю мы не будем ни петь, ни играть, ни танцевать. Дождливая погода – это плохо. Ну, куда мы повезем клад? Обратно в Простоквашино. На ферму в Простоквашине. О, на ферму в Простоквашине. Чтоб звери все охраняли. Мою клад. Ну, мы вообще-то работали хорошо, дядя Фёдор. Может, мы кашу заслужили? Да, заслужили за сложную работу. А я бы хотел послушать песню группы Hi-Fi. Есть ли тут песни группы Hi-Fi? Ну, есть песни из мультяшек, к сожалению. Ну ладно, сосчитай, сколько тут у нас бабочек. Два бабочек. Значит, песня номер два. Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик. Тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке мяч. Конечно же, не утонет.
Папа. Да, мама. Помоги девочке, мячик достань из речки. Да, дорогая, достану. Достанем мы, не плачь, девочка. Ну, дальше идем, что там? Спроси у Фокуса-Мокуса. Ну, дядюшка Фокус-Мокус. Скажи нам. Я хоть и фокусник, но от мальчиков. Вот, давай правду, всю правду нам скажи. Нос красен. Значит, надо искать красный цвет во флагах. Да, Фунтик? Да, конечно. Каймановы острова, первый балл. Болгария, второй балл. Кения, первый балл. Круто. Круто, волчонок? Да. Карр. Ну, а ты что, заяц, вешся? Потому что галчонок не умеет разговаривать. Кто посмел моего галчонка обидеть? А ну, волчара, проучи этого зайца. Пока, заяц. Так, О, Золушка, привет. Куда же ты? Я хотел интервью у тебя взять. Золушка, ну погоди, ну так интервью для летописца. Не хочу интервью, я хочу жениться моим принцем. И куда мчаться с ним? Вот. О, Золушка, не убегай. Возьми меня с собой. Конечно, возьму с собой. Куда? Я уезжаю в Кению, в сафари. Пока всем, мы с Золушкой в сафари, в Кению. Второй балл Кения. Золушка, ладно. Придется мне пройтись по Европе. Что-то интересно. Что тут интересного? Ага, всем надо узнать, я все запишу. Так, ну смотрим, есть тут у нас что-нибудь? Болгария. О! Великобритания, флаг Великобритании. Каймановы острова, третий балл. Болгария, второй балл. Ну вот, видите, как у меня получилось. Так, есть ли тут где-нибудь еда? Лесу, к Мишке, гости. Давай, где еда? Где? О, зайца, я хочу зайца съесть. Куда этот заяц подевался? Заяц! Он убегал, он боится, что съесть тебя. Выйди из моего леса! Не обижай бедного зайчика! Ладно. О, давно мои три головы не слушали песенки. Значит, сколько у меня голов? Три головы. Наша песенка номер три. Свою я дарю прохожим, если в сердце чужом не найду ответа, неприятность эту мы переживем. Между прочим, это мы переживем. Ну а что это дает? Какого цвета у меня бабочка? Красная, прекрасная бабочка. А ты со своими всеми головами какого цвета? Мы розовые, красно-розовые. Значит, ищем флаги. Где? Красный цвет. Болгария, третий балл. Кения. Третий балл. И Кайманские острова. Тоже третий балл. Ну вот, вот так. Ух ты, все, наплясался я. Пора. Каравайчик есть. Извините, хай-фай, я так танцевал под вашу музыку, я так устал, я жрать хочу!
Ну, красавица Любава, что задумалась? Я думаю, чтобы я выучил азбуку. Вспоминаю буквы. Ну, давай, вспоминай. Компьютер. Так вот, посмотрите в компьютере, там всегда все написано. Где, кто, Кайман, острова и Кения по четвертому балу. Луна. Луна. Есть ли тут луна? Нет. Нету луна. Баран. Кто баран? Кто из нас баран? Ты кто? Ты, Любава, ты повнимательней со словами. Так. Чего он смеется? Она потерял каблук. Кто потерял каблук? Золушка. Золушка? Так она в Кению уже отправилась. Как я ей сейчас отдам каблук? Заяц. Волк, помогай. Помогай, волк. Ну, погоди. Что за безобразие? Мы же опоздаем. Вот-вот. Мне же надо в Кению, к Золушке. Кения, пятый бал. Пока. Я уезжаю в Кению. Так, ну что, ребята, мы работали? Работали. Клад нашли? Нашли. Ну, самое время сходить в душ. Бой до дыр. Да, помыться. Ух ты, а я думала, вы нам поможете. Потом как-нибудь. Дядя Фёдор, дядя Фёдор. Он мыться пошёл. Ну вот, все вместо него надо делать. Ох, ладно, давай. Каток. Каток. Лодка. Лодка. Лодка, плыть на лодке в Лесото. Второй бал Лесото. Бензин. Налить полный бак бензина и прокатиться по Болгарии. Ха-ха. Болгария, четвертый бал. Видела, как у меня получилось? У меня не хуже получается. Ну, давай посмотрим. Кастрюля. Ну вот, пока ты тут цветы собираешь, дома пустые кастрюли, жрать нечего. Ой. Лев. Да, тебе только львов да и дрессировать. И меня рано утром поднимать. Галчалок, а у меня для тебя сюрприз. Карр! Сколько у тебя букв? 8. Послушай песенку, номер. 8. О. Ну и на что вы намекаете? Острова. Кайман. Кайман. Каймановые острова. Пятый балл. Каймановые острова. Круто. Ух ты. Ты научился разговаривать? Кайман. Ну это мы уже поняли. Опять у меня пропала Золушка. А может быть, она где-нибудь вокруг света гуляет? В Африке, в сафари? Кения, шестой бал. Так, полный моря и океаны. Каймановые острова, пятый бал. Пойду посмотрим, может тут моя Золушка, где ты, Золушка? Ах, Золушка, привет, Золушка! Золушка, давай поможем группе Hi-Fi. Поможем. Давай, посмотрим. У тебя зеркальце было вроде.
Да. Которая говорит всю правду. Да. Все, можете зеркальце скажи, да всю правду доложи. Где хай-фай группу надо страну поправить? Каймановые острова. 6-й балл, Каймановые острова. Эй, Тугарин, что ты натворил? Я? Я зеркало разбил, нечего тут вежливым быть. Эй, Тугарин! Сейчас мачеха будет злиться. Тугарин! Что ты наделал, Тугарин? Да, Тугарин разбил зеркальце. Это надо написать, срочно написать. Даже Змей Горыныч убежал. Ух ты, что это было? А это Алёша Попович. Так, ты зеркало разбил? Да. Ну все, тебе не сдобровать. Будешь сражаться со мной. Где мой меч? Где мои доспехи? Где мой конь? Так, ладно, не... Нам некогда вообще-то смотреть ваш бой тут. Нам надо на концерт срочно. Нам надо эксперту спросить еще. Да. Так что пока. Пусть победит сильнейший, а мы пойдем к эксперту. О, морячки. Мне нравятся морячки. Мэтью МакКонахей, Харви Кейтл, Джон Бон Джови. Ребята, где же концерт группы Hi-Fi? Болгари! Горда стара планета. Что-то они там скучно поют. Родина, милая родина. Ух ты, я даже понял. Итак, группа Hi-Fi отправляется устраивать веселуху в Болгарии, в Софии. Ждите намного веселее песенок от нас.